Букет гарних квітів, коробка цукерок, флакон жіночого парфуму, два квитки в театр або на концерт, та й вечеря на двох в ресторані. А що ще зазвичай чоловіки Дніпра дарують своїм коханим на жіноче свято, дізнаємось прямо зараз у мешканців міста. Квіти. Ну, а поки ще все, тільки приїхали в Дніпро, ми взагалі з Криворога. Ось так. Там да. Ми тільки-тільки приїхали, ми ще самі не знаємо, нас що зупинили. Ми там. Це, напевно, теж подарунок такий, так? Да? Ну, так, вихідний день. Виїхали просто погуляти, так. Да. А як ви ставитесь до такої подорожі? Добре. Славне місто Дніпро. Дуже гарно. А взагалі, гарно. Які ви любите подарунки отримувати? А мені байдуже, головне, що від нього з любов'ю. Любов дарю, кожен день. А які любите приймати подарки? Іскренні. От чистого серця. А не важно що? Не важно що. От конфети до... Не важно що. Іскренні. Ага, секретний подарочок. Кожен раз нове щось. Зовсім секретне. Она сама выбирает себе подарок. Вы какое телевидение? А какие вы полюбляете подарки еще? Ой, да разное. Бывают украшения, бывают конфеты мне достаточно. Цветы, конечно же. Естественно, уже и вручил два раза. Вчера и сегодня. Что синий секрет подарили? Цветы. И банку икры. И банку икры. Вот красной. Это необычно, да? Да. Так что... А какие вы любите, кстати, какие подарки вы больше предпочитаете? А вот такие люблю, чтобы что-то было и полезное для души. Скажите, вы подарили что-нибудь сегодня на 8 марта? Нет. А вы думаете, может, сегодня еще? Нет. Считайте, что лучше вообще без подарков. Цветы. Да? Что вы подарили? Думаю, подарю. А что подарить? Цветочки подарю, то и все. Да, поездку в Днепр. Ух ты. Мы не отсюда. И как вам здесь? Очень здорово. Мужчина, отстаньте, пожалуйста. Понял. Тоил, я уже подарил цветочки и все. К сожалению, ничего не подарю, потому что я нахожусь в командировке. Вот так вот? Да. А планируете? Планирую. Ну, планировал в первую очередь подарить это что? Домашний кухонный набор для жены, а так и для ребенка, это уже то, что она пожелала, дорожка. Все.